Друзья, всем привет! Добро пожаловать в очередной стрим. Сегодня мы с вами будем поговорить про офигенный новый девайс от компании Antelope Audio, который недавно только пришел ко мне на тест и я хотел поделиться с моими впечатлениями вообще про этот девайс. В первую очередь хочется рассказать о том, что на самом деле новая серия Orion Gen 3 это реальная инновация из, техни... из продукции серии Antelope, потому что я считаю, что... Uh, уже самый лучший девайс, который в свое время оправдывал по количеству каналов и прочих-прочих вещей, стал намного лучше. И давайте про это поговорим. Да, друзья, по поводу вопросов и по поводу остальных тем, я обещаю, что в конце эфира отдельно выделим времени вопросам и будем отвечать. Потихоньку присоединяемся, а я постепенно буду рассказывать информацию и какой у меня опыт. Uh, девайс у меня уже на тесте находится ну, почти месяц, можно так сказать, да, ну, 20 с чем-то дней. Uh, я его уже успел потестить в студии. Самое главное, почему я очень долго тянул uh, с этим девайсом по обзору, почему именно сейчас сделал, я хотел его потестить именно с MADI интерфейсом на реальной работе в лайв концерте, э -э, попробовал записать 32 канала в реальном времени, попробовал э -э, скоммутировать его через MADI интерфейс пульт, посмотреть, как это все работает, какие задержки и прочие, прочие вещи, и сейчас э -э, расскажу про все это по порядку. Рад всех видеть, рад, что присоединяйтесь к нашему стриму, я думаю, что все будет Uh, интересно. Ну что ж, давайте начнем. Сперва хотелось бы рассказывать про отличие, чем отличается Орион Ген 3 да, от своего собрата Орион 32+. Uh, для того, чтобы посмотреть отличие, uh, нам нужно спускаться в самый низ, uh, перелистывать uh, самую нижнюю страницу и посмотреть спецификацию. Очень важно здесь э, посмотреть на несколько параметров, на которые я бы хотел обращать внимание. И в первую очередь я бы хотел сказать, что это э, не настолько такой минорный апдейт, это больше такой мажорный апдейт, потому что я считаю, что все-таки э, это обновление должно было произойти, не знаю, может быть, год и раньше. Сперва хотелось бы подчеркивать то, что если в старой версии, вот если аналог inputs, да, вот мы смотрим, да, входная громкость, в старой версии у нас было 20 дебю максимальная, да, теперь мы имеем уже 24 дБ Что это значит? Это значит, что интерфейс по хедрум-диапазону, по входной громкости записи сигнала, он стал намного мощнее. Это раз. Во-вторых, хочется обращать внимание на параметр аналог output. В старой версии 20 дебю, в новой версии опять новое обновление 24 дебю. Это изменение новых конвертеров. То, что в новой версии компания решила все-таки внедрить новую технологию конвертеров. И за счет этого мы получаем больше, э, так сказать, 4 дБ было больше. И поверьте, э, это реально очень большой прирост при таких случаях, когда вы будете э, записывать огромное количество железных компрессоров, эквалайзеров, комп э, ну, out output гира, да, который будет коммутироваться через данный интерфейс. Следующее обновление у нас касается, э, так сказать, ada конвертеров да? Давайте будем обращать внимание, я сейчас так буду выделять, чтобы вам было легче определиться. Да? В старой версии мы имеем э, 118 dB аналог Digital Converter. Теперь мы умеем динамический диапазон до 121 дБ. Это реально тоже не может влиять на качество сигнала, потому что на самом деле э, с, с увеличением динамического диапазона мы получаем более, э, так можно сказать, большой уровень хедрума, опять же, на в конвертерах. Uh, не хочется еще подчеркивать тот фактор, что если раньше THD, это количество Total Harmonic Distortion, составило минус 105 дБ, то в данном случае эта цифра стала намного больше, соответственно, минус 112 дБ, которую ну, физически невозможно услышать. То есть раньше и вообще выше 100 дБ невозможно услышать, но теперь вообще невозможно стало услышать. Uh, плюс хочется подчеркивать вот uh, DA-конвертеры, Digital to Analog конвертеры, Опяз опять же, динамический диапазон 120 dB, dB стало относительно 18 дБ, и еще у нас здесь имеется прирост THD, соответственно, оно стало намного больше. Это все основные отличия, которые в данном случае у нас происходят в этом интерфейсе. Давайте чуть-чуть поговорим про органы управления этого интерфейса, разберем, что же оно из себя представляет. Для того, чтобы вам было легче и понятнее, я все-таки продемонстрирую вам такую большую картину, чтобы... Это выглядело более, так сказать, познавательно. Ручка включения, индикаторы, которые отображают, э, э, так сказать, клор-технологию, про это отдельно поговорим, изменение частоты сэмпл-рейта ручка антилопа, которая кнопочка, которая показывает дополнительную информацию на панели дисплея, а также может при нажатии зайти в settings из самого девайса. Ну и еще пресетная контроль. Если вы замечаете, здесь у нас нет ручки управления громкости, нет выходов на хедфоны и так далее. Почему это так? Большинство людей сейчас будут задаваться вопросом, а какая, почему это такая саундкарта, почему у него нет, так сказать, выхода на наушники и так далее. На самом деле вот такие ADDA конвертеры, они предназначены для больших студий. Например, если у вас есть большая микшерская консоль, если у вас есть огромное количество железного гира, и, соответственно, вы хотите перекоммутировать, естественно, в этом случае у вас производитель всегда рассчитывает, что в вашей студии должно э, находиться, так сказать, э, ну, хотя бы мониторный коммутатор. Сзади у нас располагаются, э, ну, это можно на сайте посмотреть более с близкого расстояния. Сзади что у нас имеется? То, что в старой версии, то же самое и в новой версии. То есть мы имеем DB25 выходы, аж целых 32 штуки. Ну, это очень много, ребята. Вы представьте, этот интерфейс поддерживает 32, и почему плюс? И больше 32 каналов. Сейчас объясню, как это можно сделать больше. Адаты, два дополнительных адат входа, даты на дат аут. Мади интерфейс, по которому я недавно в лайв-концерте подключил Yamaha CL5 мониторный выход, его можно использовать в таком порядке, SPDIF, и, естественно, два варианта worldclock. клока Самое интересное в том, что клокинг происходит в двух системах. Стандартный разъем World Clock Out, да, и 10M uh, In, uh, то есть это Atomic Clock внутри данного интерфейса. Что такое Atomic Clock, и почему это так распространено, и почему много людей говорят про такую систему. В данном случае мы видим контроль-панель управления Orion gen 3 32+. Э, вообще технология антилоповских интерфейсов отличается тем, вот многие говорят, вот в чем отличие, почему это так лучше. Я всегда говорю, что э, вот недавно я перепостил статью в группе Antilop Audio Russia, если вы не участник этой группы, можете подписываться, в, кон в конце стрима обязательно ссылку поставлю в описании. Альберт Эйнштейн говорил, что в разных вычислительных системах время течет по-разному. Так вот, система клокинга — это очень важная система, которая синхронизирует, так сказать, Э, цифровой звук с физическим аудиосигналом можно так сказать да соответственно качественный клок это успех э, качественного звучания в антилопе э, предоставлен новый вариант э, клока который придумали они сами с помощью так сказать технологии рубидиум клока в данном случае мы умеем э, так сказать э, вот такой вот такое преимущество во-первых очень большая вычислительная мощность по определенным клокам, то есть клоки, которые внедрены не только в вари там, Зентур и так далее, они имеют настолько высокоточный подход к сигналу, что погрешности могут быть одной тысячи доли э, миллисекунд в э, то, что физически невозможно даже уследить. Второе то, что хотелось бы подчеркивать именно в этом интерфейсе, в том, что это опять гибридная система. То, что радует. Почему я говорю, что карты Antelope ⁇ это будущее? Потому что в данном случае мы имеем два порта подключения. USB и Thunderbolt. Хочется подчеркивать тот фактор, что по подключению USB портов мы, если в Zenturi, например, если в обычном Orion Rev 2017 имеем доступных всего лишь 27 каналов, кстати, вот мой Rev, да, вот USB 20, 24 канала, извините, поправлю себя, 24 канала, то в данном случае с помощью Orion мы можем подключать в USB, ребята, 32 канала, не Thunderbolt, USB, а это USB 2. Для того, чтобы активировать 32 канала, нужно нажать на шестереночку, зайти в настройки. И вот здесь USB Channel вместо 24 поставить 32. И, соответственно, вот здесь будет отображаться 32 канала. И да, это физически работает, да, это поддерживает без никаких, э, так сказать, погрешностей, без никаких проблем, скрипов, хрипов и так далее. Но! Большие возможности нам дает Thunderbolt. 64 канала. Но ну, это просто сумасшествие. Вы представляете, 64-канальный интерфейс. Но ну, это, э, например, у него физически возможно, например, подключать. Вот видите, да, Line 32 канала. А даты 16 каналов. Э, можно SPD расширить еще э, 2 канала, можно так сказать, да. И еще у нас в запасе остается MADI In. То есть... В принципе, этот интерфейс может работать с помощью 64 каналов в реальном времени, подключая Thunderbolt. И через него можно коммутировать любой микшерский консоль, даже в таких больших, огроменных размерах. Здесь, как мы видим, если сравнивать его с Orion Gen 3 интерфейсом, мы видим, что здесь нет эмуляционных микрофонов. Почему нету Потому что нет XLR входов. В данном случае мы здесь имеем только джек, ну, не джеки, а DB входы, а DB это обычные коннекторы, соответственно, вы должны понимать, что если вы купили данный интерфейс, то вам нужно либо купить отдельный девайс, с помощью которого нужно дать фантомное питание, подключить микрофоны, либо вам придется все-таки использовать, так сказать, его как коммутатор. Второе отличие, то, что касается с Ирион и Ревом, это отсутствие э, выходов э, на наушники. В данном случае мы э, в обычном, если... Ну, Хендфон, первый хендфон, второй мы имеем вот, в Зентуре и так далее. Здесь мы уже не имеем, потому что здесь выходов наушников нету. Но это не значит, что нельзя подключить здесь наушники. Технология роутинга, так как Antelope Audio нам предоставляет возможность регулировать одновременно патчи с помощью нескольких микшеров, то есть, можно настраивать микшер 1, микшер 2, микшер третий. То технически можно микшер третий назначить на мониторинг и использовать его как основной. Э, так сказать, ну, хендфоны, подключить какой-то мониторный коммутатор и так далее. Но, опять же, такие интерфейсы покупаются не для, э, так сказать, звукозаписывающей студии, которая просто записывает микрофон, либо для домашней студии. Такие интерфейсы подключаются для, для того, чтобы служить сердцем мастеринг-студии, служить сердцем миксинг-студии, сделать конвертацию, сделать э, огромное количество различных э, манипуляций. Вы представляете, раньше если люди покупали один интерфейс и покупали отдельно от DDA конвертер для того, чтобы подключить еще дополнительно 16 каналов. Покупая этот интерфейс, человек просто-запросто закрывает вопрос первое, э, каналов. второй закрывает он высокоточного Atomic Clock, который находится внутри этого интерфейса, 10 это который, ну, просто э, конкурентов вообще в рынке не имеет. По клок технологиям это самое лучшее, то, что э, используется в данный момент в индустрии. Друзья, по вопросам обязательно отвечу. Сегодня, так сказать, будет интересная дискуссия. Э, дальше. Хочется подчеркивать тот фактор, что из-за того, что интерфейс он, является многоканальным, здесь у нас представляется роутинг таким образом, как и в прошлых версиях. Я думаю, что те ребята, которые уже разобрались в роутинге Zentura, Ориона, они смело могут разобраться и в роутинге данного инструмента. Хочется подчеркивать то, что кроме роутинга здесь компания решила еще пойти дальше. Что мы имеем? Кроме самого основных эффектов то есть самим прибором то есть они услышали совет многих юзеров и совет был таким большинство ребят говорило, зачем нам покупать э, ну с, зачем вы делаете так что например в, в самом девайсе у нас ifx эффекты входят бесплатно да э, многие юзеры говорили что технически это бесплатно но мы в стоимость самой карты платим так сказать э, за эти плагины да? И компания Antelope решила сделать так, раз уж так так, они убирали цену, сделали Orion 32 более доступным, но при этом а, обычная версия 32+ не HD версия, она идет уже с встроенными штатными плагинами. Какие штатные плагины идут? Первое, а, бесплатно с ним идет DSR, бесплатно идет с ним эквалайзер, компрессор, гейт, экспандер и все. То есть вот э, здесь идут вот столько прибор. То есть это бесплатный пакет. Пять плагинов э, получается, да? Ну, то есть, даже вот здесь можно увидеть. Ну, еще AuraVerb. Шестой э, плагин, если учитывать его тоже плагин. Соответственно, в данном случае компания убрала ценник, сделала более доступным Орион. Э, При этом э, остальные плагины, которые входят в комплект, его возможно будет обновить в будущем, например, если вы захотели. То есть, по сути, если вы купите данный интерфейс, вот уже вот, если вы с Endurum и так далее, вы стали получать эти плагины, соответственно, теперь вы уже не будете получать, вы сами будете решать, например, потратить эти деньги, купить эти плагины, или это вам не нужно, вы просто хотите использовать интерфейс. Я думаю, что это хороший подход, потому что некоторые д... ребята говорили, что а мне не нужны фикса, зачем мне платить там 30, 300 баксов больше за стоимость этого девайса и я думаю, что пока они вот на этом девайсе решили вот такой вариант. То есть, повторяюсь, опять же, ценник не стал дороже, ценник стал более доступным, они убрали стоимость самих плагинов и оставили на, э, так сказать, решение самого клиента. Если клиент сам захочет, можно с официального сайта потом э, купить серийный номер и обновиться. Что мы имеем э, еще здесь? Сверху у нас отображается блок, который обеспечивает заметтеринг. Э, то есть если раньше мы в Зентурах и Аренах имели отдельный блок меттеринга, где можно было переключаться и так далее увидеть метр, то в случае э, с новой генерацией э, третьей мы имеем здесь, э, ну и в старой версии тоже такая те тема была, здесь мы имеем метр А, метр B, здесь можно отображать все что угодно, начиная от мади интерфейсов, заканчивая микшером и так далее. То есть все можно визуализацию вывести сюда, посмотреть пиковую громкость и так далее. А также дополнительно здесь у нас э, в правом углу находится блок B, в котором тоже можно параллельно показывать то же самое. Может быть и, например, здесь поставляем USB Play, а здесь вставляем просто Metering Line In. Самое классное в том, что интерфейс имеет просто огромное количество управления самой системы клоков клоки можно сделать а, да хоть с USB, хоть с SPD, хоть MAD интерфейса, можно по дату, можно по Word-клоку, можно вообще про а, встроенному пресету, а, так сказать, указать клок, да, то есть указать sample rate и соответственно он будет работать именно с этим sample rate. А, самое классное в том, что когда я потестил а, в, ре... в концерте, давайте я сейчас вам фотку покажу с, с пультом Yamaha CL5, я решил все-таки а, подключить клокинг и cl 5 дать клок, а, я удивился по качеству звучания, потому что реально, вот, я честно говорю, клок, он влияет на качество звучания. И если, например, вы лайв-музыкант, если вы хотите, вот ну, звукорежиссер, занимаетесь лайв-звуком, э, и в будущем вы хотите работать там э, ну, с различными консолями, концертами, в которых вы будете подключать больше 32 каналов, то есть вы будете использовать, например, в случае CL5 Yamaha вместо одного Rio 2, Rio 3, Rio... Я все-таки рекомендую использовать экстернальный клок с помощью Ориона, даже если вы не будете через него записывать, вы будете удивлены, как интерфейс, сам пульт консоли работает намного шустрее, из-за того, что существует э, экстернальный, так сказать, клок ресурс. Э, радует тот фактор, друзья, что пресеты, которые предназначены для самого Orion Gen 3, запросто открываются здесь. То есть, например, если у вас есть какие-то сохранения для э, в старой версии, вы просто можете сделать здесь лот, выбрать нужный пресет, загрузить, и, соответственно, будут загружаться здесь сами соты плагинов. Э, платная э, линейка плагинов, она пока что не до конца готова, как я понял, мне сейчас предоставили просто на тест для того, чтобы я потестил и подемонстрировал вам, но в будущем все эти плагины, которые мы имеем в Zenturi и генерации Rev 2017, мы будем видеть все это и тут. Э, теперь самое главное, друзья, э, что здесь нету? Здесь нету гитарных процессоров. Я не знаю, это в будущем будет или нет, но я подозреваю, что, возможно, компания все-таки решила вот, Э, гитарные эффекты просто отсюда брать. и оставить просто блок эквализации. Ну, здесь имеем Pultec, и мы имеем BAE-эквалайзеры, мы имеем наши замечательные, замечательные API-эквалайзеры, Langeq, мой любимый, Neumann, ну, все что угодно, вот видите, да. Ну, еще дополнительные те приборы, которые компрессоры, там, 1.76, э, Liverpool, Gyrotech, опять же, 7 Мы не имеем здесь прям коллекцию, если, например, вот сравнивать э, с прошлой версии, да, вот видите, амплифайер, кабинета, вот этого нету, и нету микрофонных преампных. Uh, я думаю, это зависит от спецификации самого аудиоинтерфейса, то что интерфейс он все-таки является более или менее специализированным под миксинг или мастеринг студии, соответственно компания решила все-таки его не добавить, но я думаю, что возможно это технически со временем его можно будет туда добавить. Что еще хотелось бы подчеркивать про этот интерфейс? А, ну давайте я сейчас к вам вернусь, друзья. Самое интересное, знаете, в чем? Я наконец-то добился самого классного, то, что я хотел сделать для вас. Официально я тебе уже заявляю, что наконец-то я добился того, что у нас в Москве в магазине United Music есть демо девайсы, демонстрационный зонтур Discret Orion. Те ребята, которые захотят его потестить, уже нету надобности купить, чтобы потестить. То есть вы смело можете себе позволить э, пойти в магазин, послушать, если вы имеете домашнюю студию подключить. Там можно потестить Edge микрофон. Вы можете связаться с магазином, посмотри, э, с ними э, поговорить, назначить день, пойти туда и потестить. Это раз. Это самая классная новость, которую я хотел вам передать. Второе. Для больших, средних и бюджетных студий, если вы имеете в Москве хорошую большую студию, вы можете эти девайсы взять на тест на 2-3 дня. Это очень классно, потому что, например, вы человек, который хотите купить девайс, но вы не уверены, как он звучит, как он работает, нужен он вам, не нужен и так далее. И здесь компания вот решила предоставить вот эти девайсы, они не будут продаваться, они будут просто тестово гоняться именно по разным студиям. И если вы имеете в Москве такую возможность, такую студию, вы можете связаться с магазином, предоставить доказательства, ну и прочие моменты обговорить, точную информацию вы получите уже с магазином United Music, э, и в этом случае вы уже сможете это все потестировать. Я думаю, это будет классно, потому что вот мне очень много ребят говорило, что Арам, там, а как, как можно послушать это, как можно потестить, пощупать. Я понимаю, что э, мои советы, там, я говорю, что это классно, многие послушали, купили довольно, но есть люди, которые хотят в реальной работе потестить, есть люди, которые хотят в своей студии крутить и посмотреть вообще это, что из себя представляет. И я добился этого. То есть я максимально сделал так, что это физически было возможно. И скажу больше, сейчас уже, дай бог, пойдут планы хорошо. Возможно, это будет возможно делать и не только в Москве, но еще в других городах России, не только России, в других странах СНГ. Соответственно, я думаю, что это классная новость. Так что кто живет в Москве и кто имеет либо идите в магазин, попросите показать вам демонстрационные так сказать э, девайсы и потестите. В магазине можете пойти, можете включить Edge, эмуляции покрутить, вы можете там пойти э, ZenTour посмотреть, посмотреть, как это все работает, плагины и так далее. Э, звук слушать в магазине, ведь имеется еще, кроме самого антилоп есть мониторы и так далее, стендовые. Я думаю, что ребята будут очень рады вам подемонстрировать, как это все звучит и так далее. Ну и плюс, самое классное в том, что если вы, опять же, повторяюсь, средняя или большая студия, вы можете это все забрать себе на тест на 2-3 дня. То есть, пришли в магазин, взяли Орион Ген 3, ну, какие-то там условия, если, конечно, не взяли, там просто исчезли, да, взяли на тест на 2-3 дня, проверили, понравился, заказали, не понравилось, вернули в магазин, опять же. То есть, компания полностью на это адекватно и лояльно относится, поэтому, вот, я думаю, что это это самое большое достижение, о котором я хотел в вот сегодняшнем стриме вам рассказать и сказать, что вот наконец-то у меня это получилось все-таки сделать и попросить ребят все это продемонстрировать. То, что касается по поводу дальнейших проектов, есть очень интересные темы, связанные с. Antelope, так что я думаю, что в ближайшем будущем мы обязательно тоже увидим. Не буду открывать скобочки, но есть офигенные проекты, которые сейчас планируются летом, не только с Antelope, мы планируем очень классные видеосессию, так что я думаю, это будет интересно. Так, друзья, давайте я сейчас перейду в блок ваших вопросов, потому что я вижу, что в чате есть так сказать, вопросы. Давайте потихоньку буду отвечать. Добрый вечер, Арам. Спасибо большое за ваши труды. Купил вчера дискрет 4. Звук потрясающий. Ну, Александр, спасибо тебе то, что ты поверил моим словам. Так что, ну, ребята, опять же, повторяюсь, все, что я делаю, то есть, опять же, это является чисто энтузиазмом так сказать. То есть я хочу, чтобы... Ну, те ребята, вот эти реальные ребята, которые вот... Кто покупает уже довольно. А кто сомневается, повторяюсь, идем в магазин, либо там сушим, либо если у вас есть большая студия, можем это все взять на тест. Не все. То есть один из этих девайсов, там дискрет, зентур, который вы планируете купить, либо Edge, потестировать, если понравилось, заказать новый, если, если что, там вернуть опять в магазин. Так. А что, правда, что дисплей у Ореон Ген 32 32 HD монохромные? Монохромные? Я не понимаю, что это такое монохромное. Но ну, дисплей обычный дисплей, то есть сказать, что это какой-то RGB-дисплей, нет, там ну, цвета есть, там красный точно есть, зеленый, желтый. Возможно, что-то стиле RGB. Может, RGB, может, чуть-чуть больше, парочку цветов больше. Но точно не скажу, что за что за дисплей. Так, следующий вопрос. Если в студии э, работают совместно три аудиоинтерфейса и гитарный процессор, э, этому ансамблю нужен будет внешний гло генератор Например, все же антилоп ген 3 но смотри в первую очередь если в студии работают э, несколько аудиоинтерфейсов все-таки клок нужен объясню почему потому что он должен засинхронизировать все вместе это раз во вторых э, 32 плюс это не только клок это аудиоинтерфейс это сердце студии это саундкарта полноценных возможностей и если у вас есть три, три, интерфейса в студии, вы можете просто взять, вместо него поставить 32 плюс и просто закрыть вопрос этих трех интерфейсов и сразу использовать э, интерфейс в этом порядке. Так, Discret 4 брал как раз в United Music по вашему совету. Отлично. Спасибо. Ну, спасибо тебе тоже, Александр, то, что брал. Uh, дальше. Арам, Edge микрофон и его эмуляция будут работать без карт антилоп. Да, да, uh, Crystal Music, они будут работать без карты Antelope. Uh, если интересно, я даже сейчас могу показать. Uh, смотрите, друзья, давайте я сейчас, хотя я в отдельном стриме это все подемонстрировал, давайте я сейчас уберу себя. Uh, edge эмуляции, они из карты Антилоп в реальном времени работают. То есть теперь сейчас вы слышите мой голос через Edge микрофон uh, с эмуляцией Sony. Преимущество реального времени карт антилоп состоит в том, что вы можете менять их. То есть, например, вы выбираете Нойман, и все звучит как Нойман. Вы меняете 67-й, все звучит как 67-й. В реальном времени, э, ну, например, 49-й, вы можете поменять его там на 57-й. Опять же. Э, это дает большие возможности в плане записи, потому что э, когда вокалист себя слышит э, с той эмуляцией, которую нужно, поет и правильно, например, да. Но Никто вам не отрицает использовать его, как, например, используется плагиной э, Стивена Слейта. Для этого вам понадобится, ну давайте сейчас уберу, на канале открыть плагин от компании Antelope Audio под названием э, Edge Microphone Emulation. Вот она. Единственное, вам надо запомнить, что все-таки Edge э, микрофонной эмуляции плагин, он всегда имеет ILO ключ. Его можно активировать на iLock при наличии, опять же повторяюсь, физического ключа iLog2 или iLog3. То есть этот софт, он э, активируется на iLog. Поэтому вам нужно, если у вас нет интерфейса Antilog, вы можете купить эту, этот микрофон. Но iLog вам обязательно нужно для того, чтобы активировать этот софт и использовать эти эмуляции. Ну, так как у Slate, например, вы записали сигнал, потом поставили эмуляцию, потом выбрали. Единственный плюс здесь относительно от Slate в том, что это двухкапсульный микрофон, э, эмуляция более на мой взгляд лучше и качество микрофонов намного лучше потому что я думаю что сейчас на эфире вы слышите мой звук и я думаю что большинство из вас будут э, так сказать согласиться со мной что это реально хороший микрофон вот как-то так э, двигаемся дальше что у нас еще по вопросам так Uh, привет, у меня вопрос uh, как разобраться в ротинге интерфейса антилоп? Будут ли какие-нибудь uh, видео uh, касаемо этой темы? Сулейман, смотри, во-первых, по поводу ротинга, скажу так, у меня есть видеоролик по дискрет. если тебе интересует дискрет, можешь посмотреть, там есть видеоролик по дискрету. Если тебе интересует ротинг Зентура, Ориона и так далее, у меня есть отдельное видео уже по Ориону и по диске, Зентуру, ты можешь посмотреть там. Uh, но опять же говорю, здесь роутинг он uh, несложный, ребята. Опять же, тут, тут все на, на таком уровне сделано, что uh, все можно отправить куда угодно и встречать откуда угодно. То есть, это ва ваше воображение. Например, uh, вот. Откуда и куда. То есть, ну, бери выходы, отправляй куда угодно. Например, берешь там канал 7-8, там выделяешь 7-8 канал, отправил просто на FX. То есть использовал 10-плагины. Решил отправить на какой-то SP default. Решил отправить на MAD интерфейс. То есть, реально сумасшедшее количество возможностей. Вот такие возможности. Я не знаю еще вторую саунд-карту в мире, которая предоставляет такие возможности. Да, это сложно, соглашаюсь. Но. Все звукорежиссеры, которые работают с концертными консолями, например, человек, если работает с Yamaha CL5, либо человек работает с каким-то концертным серьезным консолью, там серии Soundcraft VI, 6 серии, там, не знаю, Avid серии и так далее, для него это несложно, потому что такое мы каждый раз встречаем в концертных консолях. Поэтому... Euh, все-таки я считаю что возможности больше вот в чате я вижу что у ЮАД написано что юада проще э я согласен у юада проще консоль если вот сравнивать да у юада проще то есть консоль она попроще сделана то есть но здесь возможности ограничены то есть у юад говорит вот, вот тебе канал вот тебе выход все А антилоп он говорит что Например, вот ЮАД говорит, у тебя есть два выхода. Ты можешь делать монитор первый, монитор второй. Антилоп говорит, если ты, у тебя четыре монитора, да. Ничего сложного. Бери и программируй вот свой микшер. Там микшер первый, первый монитор, микшер второй. И просто здесь регулируй просто громкость этих мониторов. Ты можешь подключать хоть 6 пар мониторов к этому девайсу. Вот в чем преимущество. То, что ты можешь коммутировать роутинг как угодно. Ты можешь здесь настраивать э, кастом, кастомный микшер. Ты можешь настраивать э, кастомизацию для наушников. То есть... Вот эти все моменты, нюансы, я обещаю, вот потерпите чуть-чуть, ближе к лету будет видеосерия очень интересная, в котором я расскажу, вот почему я считаю, что это намного эффективнее, когда вот именно в живой сессии. Я попробую, мы попробуем сейчас сделать для вас большую сессию, запись э э живого бенда, посмотрим, как это получится, с помощью этих девайсов и использования этих роутингов, и обязательно расскажу, в чем преимущество и какие подводные камни нас ожидают, когда мы работаем с более с ограниченными интерфейсами, когда роутинг такое не позволяет. Так, приветствую, Арам, по поводу мониторных выходов для мастеринга. Скажу так, мониторные выходы данного интерфейса, они являются хай-классом, и считать их э, мастеринговыми можно полноценно считать. Вот я это девайс, зачем вот, э, я бы с удовольствием хотел его вечно оставить у меня, но это все-таки тест, и когда-нибудь придется его вернуть, если не через завтра, но через некоторое время. Но я вот лично для себя закажу точно такой же для тестов. Для не только тестов, для того, чтобы э, использовать как сердце мастеринг-студии. Потому что я сейчас планирую собрать отдельную студию, которая будет заниматься именно мастерингом. И, соответственно, мастеринг-рум-контроль я хотел бы, чтобы вот именно движком это, этого контроль-рума был этот интерфейс. Так, следующий у нас вопрос. Так, 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 так. Первый раз увидел Antelope Audio, Sinalab uh, Sound Mix, их мастер-клок-генератор, uh, главная опора своей студии. Что говорят о серьезности, особенно из специфика? Ну, да. Мастер-клок вот, это... Ну, вообще, ребята, поймите, клок это вообще сердце, вы понимаете, самого девайса. Есть, есть хорошие клоки, то есть это просто... Кстати, у нас в группе Antelope Audio Russia есть ветка про клоки, очень интересная статья, можете читать. Я говорю, почему Antelope получается это делать лучше, потому что внутри у них девайсов находится Atomic Rubidium Clock. Это самые высокоточные клоки, которые это такое находится и в Голиафе, в Варионах. TNMX находится и в Пюрту и так далее. То есть это самый навороченный клок, который может просто синхронизировать огромное количество цифровых устройств. Так, двигаемся дальше. Арам до 8000. Какие колонки можешь взять для начала в наушниках комфорта, даже открытых? Спасибо. 8000. Если говорится речь о рублях, я бы на твоем месте взял что-то в стиле Свен или в этом духе. То есть что-то битовое, хайфайное. Свен – хорошее решение. Найди какой-то Свен. Ну, как-то интерфейсы вроде также пальцем деланы Apollo X8, Links Aurora, а ты а, похвалил встроенную а атомную синхронизацию Orion. Вот и подумалось а, и положиться или на них. А, не, смотри, во-первых, я все-таки считаю так, вопрос не в том, что я сейчас хвалю антилоп, я хвалю, потому что в данный момент я не вижу конкурентов, Потому что э, благодаря этим девайсам, во-первых, квалите и качество моего саунда стало на более высокий уровень. Я стал, э, я увидел в этих интерфейсах будущее, связанное с роутингом, связанное с количеством чипов, связанное с тем, что э, они каждый год пытаются обновить девайс, они каждый раз выпускают новые чипы, новый конвертер, новую генерацию, уменьшают количество дисторшена. Uh, кажется, что дальше некуда, но компания развивается. Вот меня всегда, вот Antelope Audio всегда, uh, знаете, с чем ассоциируется? Вот такой подход имеет свой акустика аудио. Вот они выпустили там, например, Magento 4, прошло 2 месяца, и говорят, вот ребята, вам Magento 5, мы улучшили движок, мы сделали его лучше. И в этом плане, да, вот большая пыхлава, потому что компания не делает просто интерфейс и говорит, ну, берите, 10 лет работайте, ну, потом что-нибудь придумаем. То есть, это необычный ширпотреб. Они говорят, что, ребята, мы э, за качество. И, соответственно, в этом случае наши девайсы все будут иметь, э, ну, например, да, они будут иметь... Э, нуитрик коннекторы. Вот мы решили, что все наши коннекторы должны быть от компании Нуитрик. Мы решили, что э, в наших всех э, девайсах выше сегмента, э, там, не знаю, 2000 долларов мы должны добавить туда Atomic Clock, потому что мы хотим, чтобы интерфейс работал классно. Но при этом они не забывают о бюджетных версиях. Если, например, мы смотрим Discret 4, вот Discret 4 сейчас разорвет любого конкурента в этом ценовом диапазоне любой саундкарты. Я сейчас не хочу ни о каком о какой разработчике о никаких разработчиков обидеть и так далее сказать что-то но вот реально э, так сказать э, дискрет 4 вот Именно если конкурента посмотреть, вы сами знаете, какие у него конкуренты, вот двух 3 4 канальный девайс, он просто разорвет, потому что он 10-5 раз функциональнее, качественнее. Самое главное, антилоп старался сделать так, чтобы там качество клокинга не было хуже. Там есть тройный вордклок, вы понимаете? То есть вордклок даже в Apollo нет. То есть это говорит о серьезности, то, что ребята решили туда еще запихнуть. Так, двигаемся дальше. Продолжая тему микрофонов антилоп, приходилось ли в упор сравнивать симуляции Sony с оригинальным? Большая ли разница на слух? Ну, во-первых, ребята, оригинал есть оригинал. В этом будем честны. То есть, так как у нас беседы очень честные, то есть, не прямая реклама, всегда есть такой момент, если у вас есть возможность иметь реальное Sony, конечно же, лучше иметь реальное Sony. Это, это нужно быть дураком, чтобы спорить и сказать, что, а вы знаете, нет, эмуляции это круче, чем реальное Sony. Конечно же, реальное Sony это круче, реальный номер U47 это круче. Но тут фактор другой, вы должны понимать, что э, реальные микрофоны, они стоят, стоят и дороже, э, и в этом случае вам придется платить больше. Например, Edge стоит где-то в районе 1000 баксов, да, плюс-минус. Solo вообще, Edge Solo стоит там где-то в районе 700 или меньше. Я не знаю, рыночную стоимость, вы можете это уточнить в магазине. А, а вот, например, тот же самый Sony, он стоит где-то 8000 долларов, только Sony. Ну, представьте, разница какая. Если у вас есть бюджет, лучше, да, купить реальные микрофоны. И пока, да, эмуляции, они всегда будут эмуляциями. Но если у вас нет бюджета, у вас бюджет ограничен до 3000 долларов, я бы советовал купить виртуальный микрофон. Потому что вот реально на этом микрофоне можно сделать офигенный продакшн, поставить Sony. И плюс учитывайте, что сейчас музыкальная технология, она двигается в сторону обработки. Автотюны, форматные изменения, эквализация, куча реверберации, обработки. Даже самые опытные звукорежиссер, если он не услышит сырые исходники, он в жизни никогда не сможет сказать из обработанных сигналов, какой является эмуляцией, а какой является реальным микрофоном. Так что в этом духе можете смело э, поднестись к этому вопросу таким образом. Если у вас есть деньги 8000 тысяч долларов, берем, покупаем Sony. Не обсуждаем ничего. Но вы должны понимать, что Sony это не универсальный микрофон, поэтому вам придется еще купить U47 и еще купить, например, что-то в стиле э, Telefunken M251, для того, чтобы вот эти три микрофона компенсировали друг друга по универсальности. Если у вас нету данной суммы, то есть вы представляете, это где-то ранее 30 тысяч 30 долларов, да, то вот этот микрофон запросто закроет э, все вопросы. Я даже не скажу имена, но есть очень много талантливых саунд-продюсеров в нашем отечественном индустрии, которые используют вот, вот эти микрофоны. Виртуально, и, в принципе, да, это офигенные продукты. Вы каждый день это слышите в радиостанциях. Так, двигаемся дальше. Так, арам, когда стрим по Superior Drummer 3? Скоро. Скоро будет. Я обещал, я сделаю, ребята, по Superior Drummer 3. Там, в общем, нужно еще одну лицензию купить. Почему? Потому что у меня все лицензии я активировал. Там, ну, тва, там тема есть одна. В общем, там 2-3 машины дают активировать. И, соответственно, я уже, ну, две студии активировал. Один на ноутбуке. Соответственно, вот на новый компьютер я не могу. То есть я подумывал либо подождать, когда появится лишняя активация, то есть у них какое-то время появляется, ну, такие детали есть технические, либо, возможно, если будет акция, еще возьму один для дома и сделаем отдельный стрим по Super Drummer. Но это офигенный барабан. Я считаю, что это самый лучший акустический барабан в данный момент индустрии. Поэтому про Super Drummer отдельно поговорим. Uh, у Орион саб хуже по качеству, чем Ареме. К сожалению, хотя САПы хорошие. И еще интересно, что м, качество звука по МАДИ у Орион хуже, чем у, по USB. Так, во-первых, ЦАПы хуже, чем Армия, я не сказал. Почему? Вообще Армия это классная контора, это стабильные драйвера, это саундкарты, которые могут 20 лет работать, и человек не может там, обращать на них внимание, и без проблем они работают. Армия поколение ADDA конвертеров старые, это будем честны, то есть это не нужно скрывать, нужно сказать, что компания RME всегда любит Продавать, но ну, у них девайсы, которые продаются там, те же самые dda конвертеры, они уже больше 10 лет продаются. И ничего там не поменялось. Вот как-то так. Я считаю, что все-таки по конкуренции я не буду сравнивать, я не хочу никакой компании бежать и сказать, что что-то лучше, что-то лучше хуже, но все-таки я считаю, что антилопа э, в данный момент пока что не имеет конкурентов. Если не верите моим словам, Можете послушать мнение других юзеров. Если вы верите только своим словам, пожалуйста, я даже, я даже постарался для вас создать тестовые девайсы для того, чтобы вы это потестили. Обращайтесь в магазин, идите послушайте. И, ну, будет вот такой вау-эффект, блин. А, 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 а когда можно заказать? Вот так вот. Так, 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 так. По маде интерфейсу. Блин, ребята, ну, чат просто бежит, невозможно отвечать. Uh, еще по касательно по Мади у Арион хуже, чем uh, тоже USB. Не, хуже нет, нет, нет. Качество звучания, я не скажу, что хуже, лучше. Просто Мади дает больше возможностей. По Мади можно 64 канала подключить. То есть по Мади интерфейсу можно подключить Yamaha CL5, засинхронизировать 64 канала, ну, сколько Рио там подключено, столько и засинхронизировать туда, отдельно даже писать там, не знаю, отдельные шины реверов, D-Live и так далее, шумовики залов, и, и это, ну, мади интерфейс я вообще фанат madi интерфейс, потому что это интерфейс, э, который вот стабильно просто работает. Ты подключил во время концерта, нажал рэк, все, пошел за консолем работать. И не нужно следить, там посмотреть, пишет, не пишет. Он стопудово пишет, никаких ошибок не дает. Поэтому я все-таки мади относительно от USB, именно когда пишется там трехчасовой или в два с половиной часовой концерт, я всегда доверяю мади. Потому что мади для меня это ну, такой проверенный годами интерфейс. Это, ну, рекламы не нуждается как говорится uh, какой интерфейс можешь посоветовать для записи живого бенда не за 100 тысяч 500 долларов не во первых 100 тысяч 500 долларов нету такого интерфейса пока что потому что это должен быть золотыми золотой интерфейс uh, ну смотря какое количество людей uh, играет в бенде если опять же, количество не больше восьми человек, бери Зентур, и все, не парься. И и у тебя будет 8 входов, у тебя будут реал-тайм эффекты, у тебя будут реал-тайм компрессоры, у тебя будет реал-тайм э, преампу, у тебя будут куча-куча э, разных возможностей мониторинга и в принципе все. Если больше 8, то возможно придется подумать в сторону либо Ориона, либо что-то в сторону более серьезных и более, ну, например, 32 плюс девайсов. Для Но я думаю, что для твоих задач э, в хватит. Может и дискрет 8. Вот посмотри на сайте, я думаю, там найдешь. Если сравнить э, с X8P, какие преимущества у Orion? Mm -hmm. Ну, давайте по очереди. Какие преимущества с, с X8? Э, Во-первых, э, цена. То, что за такую цену мы получаем больше входов. То есть Apollo нам не дает. У Apollo нету девайсов, которые позволят нам э, ну, купить один юнит и записать, например, 32 канала. То есть нам придется купить два Аполло то есть связки, да, чтобы и входы были, и выходы были. Вот такая возможность, то есть здесь э, все это решается одним выстрелом. Это раз. Во-вторых, это ротинг. Опять же, повторяюсь, э, у X8 нету, ну, вообще в серии Акпола нету такой замороченного ротинга. Это даже можно по видеороликом посмотреть. Э, у антилопа это, ну, не обсуждается просто. То есть это колоссальный уровень ротинга, который позволит э, любого человека, например, бас-гитарист хочет у себя устроить Слышать клавишу больше, это можно устроить в этом интерфейсе. А в Apollo это будет проблематично. Второе, то, что вот здесь есть возможность одновременно записать с эффектами и без эффектов. В Apollo это можно всего лишь два канала завернуть, опять же, через AUX. Здесь можно одновременно 16 каналов записать моно через эффекты, но еще без эффектов, то, что является большим плюсом. Одним из пулисов является Клок, э, который мы получаем внутри Atomic Rubidium Clock. Опять же, повторяюсь, это не получаем ни в каждом интерфейсе. Некоторым компаниям даже мечтать о такой серии. Вообще компания Antelope это очень закрытая компания. Они очень сильно скрывают технологию изготовления всех этих клоков, но это что-то суперинтересное, классное. В-третьих, мы получаем какое преимущество? Получаем подключение по MADI-интерфейсу, то, что отсутствует, а MADI-интерфейс, мы знаем, что это основной порт конц концертных лайв-консолей, и, соответственно, этот интерфейс, если нужно использовать в лайве, это очень важно. Мы получаем... Что еще получаем? Плагины в наличии, которые могут в реальном времени работать. И, и все. То есть, это. Ну еще adda конвертеры, которые, на мой взгляд, звучат намного э, интереснее, намного качественнее, намного продвинутые, так сказать. Добрый вечер, Арам. А, настолько прессонус студию 190 уступает дискрет 8. Так, Александр, во-первых, компания Presonus, у него всегда есть э, такая низкий сегмент поражения, потому что эта компания никогда не решила покорять, э, так сказать, рынок топовых девайсов. У них всегда есть бюджетный подход, и даже у них самый топовый интерфейс является бюджетным. Э, я с ними имел контакты в свое время, как-то работали, какие-то там общ общения имелось, но Скажу так, если посмотреть по серьезности, это не супер топовый интерфейс. Это что-то в стиле что-то в стиле более доступных бюджетных интерфейсов. Я бы не потратил деньги на такой интерфейс, учитывая то, что за эти деньги можно... Вот дискрет вообще смысла нету сравнить, потому что у дискрет 8 хотя бы есть восьмиканальный DSP-чип, который позволит на 8 каналов использовать, как сказать, обработочку. У него есть качественные конвертеры более высокого уровня, звук лучше и так далее. То есть это даже не обсуждается. Вот очень сильно у Антилопа понравилась карта Голиафу Жди. Ну, да, Голиаф — это, ну, зверь, титан просто. Еще один плюс Антилопа — у них все плагины бесплатные, обновляются часто, работают. Да, 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 да. У них все плагины бесплатные, обновляются часто, и даже Говорят, есть слухи, что нас ожидают уже новые плагины. Так что будем ждать. Так, на самом деле бред каждые три месяца менять что-то на карте. Это уже не работа, а снятие денег с народа. РМЕ как выпустила 1 миллион лет назад карты до сих пор у Ада Антилопа. Ну, смотри, э, во-первых, менять саунд карту, ты опять же... Э, то есть, во-первых, тебя никто не заставляет менять. Это раз. Во-вторых, я считаю так, бредом является то, что сидеть и, например, работать с саундфонтами. Вот, например, почему ты, когда выходит новая библиотека для контактов фортепиано, ты всегда там качаешь и используешь, выходит новая гитарка, ты изучаешь, выходишь новый синт, потому что ты видишь будущее за этим, да, то есть ты видишь, что если ты покосячаешь этот качественный звук, у тебя продакшн становится намного лучше. Тоже связано и с картой. К сожалению или к счастью, технология развивается очень быстро. И в данном случае, например, вот я не менял, то есть у меня реф 2017 остается, это раз. Орион, он будет идти по другую задачу, если я все-таки решусь заказать, а я все-таки ну, планирую заказать. У меня есть отдельно для мобильных решений ZenTour, который я таскаю туда-сюда, там работу где-то там нахожусь, то есть это, это очень удобный девайс. Взял, поставил в там рюкзачок и полетел в другую страну, подал там какой-то мастер-класс, рассказал что-то там, работал, поработал, отключил, собрал с собой и вернулся в свою страну. То есть это очень классно. И плюс ZenTour я имею возможность, например, иметь качество звучания такого, что является так сказать, Орион. То, что касается по поводу того, что карта уже выпустила там 1 миллион лет назад карту и работает, это нормально. И я никого и тебя не убеждаю, что там иди, там покупай. Нет, это твой выбор. Но я слышу разницу. Я вижу, что, например, когда я меняю карту, у меня улучшается качество конвертации. Я не могу это не делать, потому что даже 10%, ребята, это нужно понимать, даже 10% прироста качества звучания, это может очень сильно влиять на, так сказать, ваши дальнейшие, так сказать, проекты. Почему? Потому что сейчас в индустрии все развивается очень быстро. И, соответственно, когда мы работаем с огромным количеством, материалы, то есть у нас есть в рынке очень много дополнительных студий, которые дают, например, качество на том же уровне. То есть, если мы хотим сделать это лучше, нужно всегда развиваться, подниматься выше. Если есть более качественные конвертеры, нужно перейти на более качественный конвертер. Если есть более качественные э, преампы, если есть более качественные, это не знаю, различные девайсы, то всегда нужно на них переходить. Здесь вопрос состоит опять же в работе. Если человек является идеем музыкантом, если он ничего не пишет, у него нет output гира и так далее. Конечно, э -э -э, это бред <соц> обновиться. Но если человек является человеком который зарабатывает на этом то есть на этом стоит основной заработок то есть человек занимается сведением мастерингом то есть приходят люди люди приходят за качеством и этот человек знает что это качество будет менять в, в лучшую сторону продакшн, это нужно делать я я не сторонник тех ребят которые говорят что ну почему у меня есть карта она работает уже 20 лет стать я всегда говорю а если у тебя есть карта почему ты до сих пор не работаешь на windows там xp или это почему ты не работаешь на windows vista да почему ты всегда обновляешь потому что вот например картов вот, сейчас ничего не, не, не мешает но возможно в ближайшем будущем будут какие-то возможности тут нужно посмотреть опять же повторяюсь на, на плюсы которые приведет если вы видите что в вашей жизни ничего не поменяется, конечно, смысла нету. Если вы видите, что вы поменяли карту, и у вас там качество конвертации стало лучше, вы стали записать лучше вокал, конечно, это увеличивает ваши шансы заработка, и ваша профессия становится более, так сказать, популярной. Так, 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 двигаемся начинку ад, ну и ад тоже обновляет начинку, ну почему обновляют, ребят, вот это же не маркетинг, если подумать про маркетинг, я вам так скажу, самый лучший маркетинг это запустить софт, железо обновить это это проблема, потому что разработка нового железа это дополнительные затраты, которые очень сильно не окупаются, ну представьте, у вас есть карта, вышла новая версия и вы всегда решаете купить его не купить а зачем он нужен у меня же и старая работает нормально поэтому любая компания если захочет зарабатывать это софт нужно выпускать просто миллионы плагинов то есть и каждый плагин просто сказать вот 200 долларов 300 заплатить и на том же движке просто высасывать деньги от клиента. Когда движок обновляется, значит есть тенденция. Почему обновлять ее? Потому что он видит тенденцию. Он видит, что есть в рынке индустрии клиенты, то есть конкуренты, которые дышат просто спину. И если он не обновит, его интерфейс будет звучать хуже со временем. Со соответственно, ребята будут потихоньку перейти на другой, другие интерфейсы. То есть вот принцип обновления. Свен или Беллинджер, колонка для начала, 8000. Я все-таки Свен выбрал. Использует интерфейс для записи концертов. Да, да, да. Вот. Опять же, я, я говорю, этот интерфейс мне просто очень сильно выручил, потому что подходящее время пришел. Я просто через него записал целый концерт. Так, э, свои плагины сделали ЮАД. или не только для Реалтайма. Так, антилоп еще не созрели выпустить свои плагины, как сделал ЮАД. Я не знаю, я не знаю, какая у них политика сейчас в будущем, но я думаю, почему-то я подозреваю, что эти плагины рано или поздно антилоп выпустит на нативном платформе. Почему-то подозреваю. Но от, от этого DSP не станет м, хуже, потому что DSP в реальном времени в записи... Например, я записываю, например, вокал с использованием их них плагинов, компрессоров и так далее. Это реально очень клус классно работает. Даже вы сейчас вот слышите мой звук. Давайте я сейчас вам покажу. То есть на моем вокале сейчас работает э, антилоповская обработочка. У меня есть вот встроенный эквалайзер. То есть я могу отключить, и мой голос будет вот таким. Включаю, получается то есть эквалайзер. То есть это очень классные вещи. Даже в 21 веке, когда компьютеры настолько мощные, все-таки DSP — это нулевая задержка, это реально очень классно при работе. Так-так-так-так-так-так. Ты так, 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 так. слушаешь линейки Ноймана? Ты считаешь U47 топовым линейкам ноймом? Я вообще считаю, что U47 винтажная версия это самый лучший микрофон, который. Для меня существуют э, три классных микрофона, которые стоит иметь в любой звукозаписывающей студии. Записывайте, друзья. Это Sony 800G, C800G. Это Нойма U47 винтажный, опять же повторяюсь, не кастомный, не клон, не рекапнутый, а просто настоящий винтажный микрофон с винтажной лампой, с винтажными трансформаторами, с детальками и так далее. И еще это телефонкин M251. Вот эти три микрофона нужно, вот если вот посмотреть самые топовые микрофоны, для меня вот эти три микрофона достаточно для того, чтобы жить э, счастливо. У меня Орион 32 и Аромье. армия 800 от а СПУ лучше, чем... Лучше у армии Ну, не знаю, не знаю. Вот Орион 32, я, я не видел Орион 32. Я все-таки э, перешел на антилоповские девайсы с Зентура. А Зентур это более новое поколение. Все-таки там более новые чипы стоят. Ничего с этим, ничего не... Э, могу посоветовать. Дитер, фазы, фазы. Ну, про фазы отдельно у нас будет стрим, друзья. Или Зентур, если у меня дискрет в 8, кроме выходов. Зачем мне купить, вот классный вопрос, зачем мне купить Орион или Зентур, если у меня дискрет в 8, кроме выходов, допустим, какое преимущество? Какое преимущество? Если у тебя дискрет 8, ты работаешь, делаешь просто аранжировку и записываешь просто вокал, возможно, ты преимущество не заметишь. Если ты планируешь в ближайшем будущем купить лаунчбокс, купить железный компрессор, там, не знаю, купить какой-нибудь мастеринговый эквалайзер, компрессор и прочий аутпорт гир, Разница будет, потому что вот обновленный аудиоинтерфейс, он все-таки вот здесь в данном случае мы имеем больше хедрум диапазона, соответственно, здесь, когда у нас будет цифровой сигнал выйти, соответственно, опять же перекодироваться, опять же вернуться в сам интерфейс, в данном случае мы будем иметь, э, так сказать, больше возможностей по качеству звучания, больше динамического диапазона. А в твоем случае, опять же говорю, если ты именно работаешь в обычной Project студии, то, возможно, ты не заметишь эту разницу. Хотя, ну, все зависит от того, готов ты ли на это потратиться. Потому что я готов, потому что я знаю, что это будет очень быстро окупаться. То есть ты должен просчитывать затраты и окупаемость. Если ты знаешь, что этот интерфейс будет окупать себя, то есть диск 8, он еще актуален, ты можешь его продавать, Естественно, можно обновиться. Но если это ты делаешь из-за того, что новая генерация, конечно, я смысла не вижу. Привет, я сделал аранжировку сведения, мне очень устраивает звучание. Зачем мне референс и мастеринг, если меня не так нравится, как звучит? Ну, значит, мне нужен тебе референс, если тебе все нравится. Как насчет APG Symphony по качеству все-таки золотой стандарт мирового класса? Расскажи про это. Как э, только мы только присоединились. Во-первых, во-первых, APG это мер, не мировой стандарт. Во-первых, начнем с этого. Потому что если посчитаем мировой стандарт, это конвертер Lavry Gold. Если так посчитаем. Да, это мировой стандарт. Это просто является самым попиаренной саундкартой вообще в индустрии. А Дальше, если учитывать качество конвертеров, я все-таки считаю, что, ну, APG, вот, MK2 Symphony я не так сильно потестил, но старая серия Symphony, вот, у меня даже у друга есть студии, он в отключенном состоянии есть, кстати, кому нужно можете обращаться, продается симфони с картой. Мы его не используем, потому что он старенький по интерфейсу, то есть вот сравнивая вот не знаю, вот просто антилоп очень сильно меня так поменял по взглядам. Я когда вот включаю антилопы, сравниваю же даже рекординг, даже сведение проекта, вот все-таки разница вот колоссальная. Я вижу, что вот обрыв просто между ними. Вот но МК2, возможно, лучше. Но же это очень классная саундкарта, у меня есть квартет, это офигенная саундкарта, даже я не хочу его продавать, потому что квартет я использую как дополнительная саундкарта во время концертов, если нужен дополнительный девайс для, для плейбеков или прочих задач. Так, в мире существует два dav программ, Reason 10 и остальные, ну да. Зентур или Аполо Твин МК-2. По цене Зентур дороже, чем Apollo Twin. Ну, Зентур дороже, но Зентур имеет больше возможностей. Apollo имеет всего лишь э, два физических фода Твин. Зентур имеет 8 физических фода. Аполо не имеет таких возможностей, как и Зентур. То есть, два выхода на наушники, там, реампери, там, спидифы, адаты, встроенные плагины. Еще с Зентуром у тебя идет вот эта вся линейка плагинов, которые, конечно, это не UAD, это Встроенный, э, встроенная обработочка, но все, что ты тут видишь, я в реальном времени, вот видите, вот у меня все загружено, ребята, то есть вот эти плагины, они в реальном времени у меня работают как сумминг, я всегда группа барабанов, группа басов, группа вокалов, группа синтов, инструментов, то есть 4-5 групп всегда отправляю сюда и обрабатываю с помощью этих инструментов и делаю принт, но это дает свое преимущество, и это реально звучит очень круто. Так, э, я делаю только аранжировку, запись голоса, добавлять э, что-ли лишнее, не планирую. Вот и поинтересовался. Теперь понял, что мне нужно больше ничего. С спасибо за ответ. Ну, как вы видите, наши стримы очень честные. Э, как можно скинуть песню iTunes? Так, 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 так. Не знаю. Это не ко мне. Для лоджика и плагинов, которые на Audio Union просто не бывает, вариантов только дополнительные девайсы покупать или с плагинами по типу UAD и Antelope. Во-первых, смотрите, отдельные плагины у них не бывают. У них недавно вот вышла технология AFX DAV. Это типа связка с саундкартой, то есть вы открываете плагину внутри самого Лоджика и вместо того, чтобы грузить эти ячейки своими плагинами антилоповскими, да различными, вы можете это уже отдельно открывать внутри программы использовать. Но от этого ресурс не увеличивается. Вы можете опять же открыть либо на 16 моноканалов, либо на 8 моноканалов по 8 ячеек каждому. Вот как-то так. То есть вот такое ограничение. В целом, в целом, подводя некие итоги, давайте чуть-чуть э, подведу итоги для того, чтобы рассказать э, впечатление о самом девайсе. Э, на самом деле, я считаю, что это хороший девайс. Э, если вы Project Studio, если вы являетесь э, компанией, которая. Э, ну, большая студия, если вы являетесь, ну, типа мастеринг-студии, студии сведения, записи и так далее, вы можете смело обновиться, потому что увеличение встроенных конвертеров, более качественные входные-выходные конвертеры, более качественные мониторные выходы и так далее дадут себя знать. Да, и это отличие есть. Uh, и это стоит посмотреть в том случае, если, опять же, вы, за захочете, за вы захотите заниматься отдельным мультитрековым рекордингом, суммингом и так далее. То есть, покупайте этот девайс и просто... Я думаю, что за свои деньги вот, нельзя купить аудиоинтерфейс, который поддерживает физических 32 канала и может работать до 64 каналов. И это одноюнитовый вот такой. То есть, один юнит, повторяюсь. Можно покупить там 3-4 Apollo, связать между собой каскад, сделать, но вот посчитать, сколько денег это выйдет. А в данном случае мы имеем не а мы имеем просто один интерфейс. Купили, и, по-моему, рыночная стоимость, я даже не помню, сколько он стоит сейчас, ну, 2500-600 Баксов он стоит примерно, так скажу, да. Ну, я думаю, за такое количество каналов это адекватная стоимость. Это очень классная цена так скажу. ну и плюс учитываем то, что могут быть акции и какие-то предложения от компании Антилоп, которые в последнее время э, недавно были и очень много ребят из-за этого перешли, там микрофоны дарили ребята, там в общем с каждым интерфейсом какие-то заморочки. Ну, интересные вещи. Я вообще поддерживаю компанию. Почему? Потому что они хотят э, больше развиваться в плане аудитории. И вот тот шаг, то, что они вот скинули просто на тест этот интерфейс, оправдывает то, что э, ребята реально адекватны. И второе, то, что хочу подчеркивать, это э, самое главное. У Антилопа есть тестовые девайсы в Москве, которые можно пойти в магазин United Music и послушать там, опять же повторяюсь, кто только-только присоединился, друзья. А также у есть тестовые девайсы, которые, если у вас в Москве есть средняя или большая студия, в которой вы хотите потестить, вы можете взять на 2-3 дня тест, связаться с магазином, потестить Orion Gen 3, уже там есть вот этот новый девайс, вы можете взять на тест. Там есть Zentour, дискрет и, естественно, виртуальный микрофон Edge. Так что, если есть желание, если есть так сказать, пощупать возможности, ну, почему и нет, потестить, я думаю, стоит. Так, какие компрессоры ты используешь на вокале на UAD? Так, 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 так. Дрейд, я, я сейчас не могу обрабатывать прямо сейчас вокал, потому что это все-таки стрим касательно темы. Отдельно у нас будет стрим, кстати, через некоторое время точно дату не скажу, но следующий стрим у нас будет по теме акустика аудиоплагинов. Так что я подготовил очень интересную тему, думаю, будет интересно. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этом достаточно. Еще, так сказать, я думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся в скором времени и обязательно поговорим про, возможно, ну там что еще? А, еще, возможно, поговорим про Edge саундкарта, микрофон, если, конечно же, в, тест в руки мне попадет. А в целом вы сегодня уже узнали, что такое новая генерация третья и в каких целях его можно использовать. Uh, посоветую магазин, где можно купить Thunderbolt PCI для связки своему дискрет 8. Как чтобы это было в тему uh, данного разговора про Orion. Mm. Ну, и магазин, я не знаю, где можно Thunderbolt связку, ведь я покупаю с интернета, Amazon, eBay. Uh, ну, разные сайты есть, онлайн я в онлайн поку покупаю. Как подключить упало по типа USB? Ну, никак покупаешь, подключаешь по Windows, устанавливаешь драйвера. Все, друзья, на этом все, как говорится, рад всех был видеть, в скором времени встретимся на следующем стриме, подписывайтесь э, на канал, ставьте лайки, я всегда очень люблю лайки, поддержите наши стримы, потому что у нас в планах есть часто встречаться и говорить про разные девайсы железо, я думаю, это будет интересно и экономит огромное количество кучи времени, потому что в интернете таких видеороликов не бывает, как опыт показывает. И до новых всем видеоуроков, друзья. Рад был всех видеть. Подписываемся, ставим лайки и следим за всеми нашими новостями в наших соцсетях. И встретимся скоро в скором новых стримах. Всем пока.